Социально значимые проекты, новые совместные идеи. Представители некоммерческих организаций округа обсудили актуальные темы в ходе бизнес-завтрака. На повестке сегодняшней встречи несколько вопросов. Это предстоящий конкурс по предоставлению субсидий для некоммерческих организаций для поддержания их деятельности. Объединение НКО в одну структуру и работа волонтерского штаба по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса стали ключевыми вопросами. Участники встречи обсудили и совместные проекты. Планы провести большой фестиваль общественных объединений, об этом мы говорили на первой встрече. Сегодня уже более глубоко, так сказать, приступили к проработке. Слава Богу, у нас отменили пандемийные ограничения. Я надеюсь, что в скорейшем будущем это мероприятие произойдет. Моя сейчас главная задача – это узнать получше округ, потому что я человек, который пришел из другого округа. Получше узнать, чем он дышит, чем живет здесь молодежь, какая она, что она из себя представляет, какие интересы, какие взгляды, какие, самое главное, цели впереди и какие амбиции. Культура, благотворительность, спорт, патриотизм, направлений для развития в округе много. Подобные встречи помогают налаживать контакт между НКО. Такие собрания, союзы НКО, они направлены именно для того, чтобы облегчить какие-то сложные задачи, решить эти задачи между НКО, потому что у каждого НКО есть свои связи, свои какие-то наработки, которыми можно поделиться. Деловой завтрак прошел продуктивно. В ближайшее время представители НКО проведут новую деловую встречу. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».